Сочи, Красная Поляна, Эльтосадок, Роза Хутор. Поездка на канатную дорогу. Роза Хутор, пик Роза. Прибыли мы в Роза Хутор, горнолыжный курорт Сочи. Вот тут же речушка течет, цветочки, горы. Вот так все выглядит, музычка играет. Кресло вот посидеть, полежать можно, правда там мокро и не выпал. Вот как-то так. Так, сели мы на Роза Хутор экскаватор этот. Вот они кабинки, народ. И пошли по канатной дороге вверх. Вверх в небо. Пошли, поехали. Вот оно как все выглядит. Роза Хутор. Вот так внизу все. О, спускается скоростью. Вот такой тут вид прекрасный. Поднялись на высоту птичьего полета. Горные хребты снежные видят, макушки кавказских видят. Вот такой караван-сарай едет. На Роза пик 2350 метров высота. Так выглядят кабинки, которые нас подняли на первый этап. Лыжки складываются здесь вот с краю. Шестиместные кабинки. Сейчас пойдем еще выше, еще две пересадки до высоты 2300. Заповедный лес. Роза Хутор. На 1350, а дальше на 2300. Кабинки все иностранцы, японки, китайки, американка вот сидит рядом. Меня, кстати, многие американки называют. Да, тувинка. Вот так, всем хорошее настроение. Так, спускаемся мы теперь в открытых этих сидушках. Вне кабины. Вот такой обзор. Волчья скала называется. Обзорная эта покатушка. С нее не сходишь. До низу дошел, развернулся и все. Спуски. Вот такая панорама. С озерцом горным. Снег, температура здесь ближе к нулю, руки подмерзают, кто-то без головных уборов, без перчаток, вон, народ скукожился, на обратном пути уже, все закрыты, но, общаясь, спускаются. Роза Хутор, вот они кабинки, как быстро двигаются. Итак, мы поднялись на высоту 2350 метров, Роза Хутор, пик Роза. Вот так он выглядит, мы на нем находимся. Вот тут такая красотища, снег лежит уже. Животные какие-то вроде следы оставили. Красиво. Вот такая тут красотища. Формируются облака в этих горах уже. Сели мы на четвертый этап канатки. Четвертая линия, парк водопадов Менделиха. Вниз спустимся, а потом опять поднимемся на Роза пик. Пик Роза. Вот такие красивые елочки здесь. Вообще красота неописуемая. Наши карусели остановились, народ стоит, ну и мы стоим донизу, метров 15, наверное. Но здесь красота, такая вот неописуемая. Все, всем привет.
Так. Всего нет. Видео. Видео номер 127. Всем привет. Помашите ручкой. Это вот разведчик сидит, снайпер. Всех снимает. Бесплатно снимает. Под музычку. Опять встали. Вот мы прибыли, дальше идем смотреть парк водопадов Менделиха. Вот они, водопадики, шумят, бурлят, горные водопадики. Вот такая красота. Вот такие каменные почвы тут, и на них растут вот такие высокие деревья, по 20 метров. Вот они наверху, а мы внизу. Так, вот дошли мы до водопада Чара. Водопад Чара. Вот такой бурлящий, кипящий водопад. Вот он стекает и дальше уходит. Вот такие вот скалы крутые. Находимся в ущелье. Вот такое ущелье, такой водопад. Бурлящий. Бурлящий водопад Чара. Кипящий, бурлящий. Кипящий, бурлящий. Горная речка дальше идет у нас. С крутым склоном. Скала. Под 90 градусов. Ведущая вверх. Водопад Чара. Красивый, мощный. Вот очередной водопадик, уже побольше. Вот это тоже самый водопад большой. Вот так формируются водопадики. Речка горная течет. Вот он, водопад Айя. Горная водная стихия. Дошли мы до водопада Снежное русло. Осталось дойти, вы находитесь здесь. Водопад Снежное русло, остался водопад Золотой. Итак, мы дошли до конца. Последний водопад Золотой. Он самый длинный, самый крутой, самый глубокий. Вот такая природа здесь. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Водопад Золотой. Самый-самый золотой. Самый длинный и большой. Роза Хутор, Сочи. 2022, ноябрь. 6-й. 6-й ноября. Водопад Золотой. Конечная станция водопадов Роза Хутор. Вот так все выглядит. Смотровые площадки. Там ближе к Золотому водопаду. Еще спускаться надо. Здесь основная центральная площадка. Конечно, станция Роза Хутор. Вот так все здесь выглядит. Красиво. Дико. Дикая природа. Весь народ возвращается с водопадов. Вдоль горной речки. Сейчас опять садимся на этот подъемник и вперед. Обратно. Роза Хутор. На четырех перекладных, четырех станциях. Вот начало
и финиш — парк водопадов Менделиха. От водопадов мы поднимаемся на пик Роза Хутор, а дальше пойдем вниз. Доехали мы до конечной станции Роза Хутор. Добрались мы от самого конца, в самое начало, от последнего водопада, Золотой водопада, от Золотого водопада до Роза Хутор. До конечной добрались за 1:23. Обратный путь составил 1:23. Быстро, я считаю, быстрее, чем другие. Там очередя были, мы вперед пробрались, прорвались.